Хотя бы раз в году, в День матерей, им расскажите о любви своей, не пожалев ни слов, ни слез из глаз, пока они способны слышать вас. Традиция чествования матерей в Казахстане берет начало с 2012 года. С тех пор каждое третье воскресенье сентября страна отмечает этот теплый праздник. В этом году День матери пришелся на 20 сентября. Дата появилась не случайно, ведь мама – это основа семьи, это хранительница домашнего очага, это начало жизни. О матерях можно говорить бесконечно. Сколько жизней спасено их руками, сколько бед прогнали их добрые слова, сколько подвигов совершено их отважными сердцами. Мама – это каждодневный труд и забота. А если у тебя 10 детей, то и нагрузки увеличиваются в 10 раз. Многодетной матери Дакен Кожабековой в следующем году исполнится 90 лет. За свою долгую плодотворную жизнь она воспитала 10 детей. Каждому из них она ежедневно отдавала частичку себя. Для каждого находила время для общения. Каждый из них получил престижное образование, став достойным гражданином своей страны. Ведь главное богатство матери – успехи детей. Мои дети счастливы, а это значит, счастлива и я. Самое ценное на свете – это смех и радость детей, ради этого стоит жить. Подвиг еще одной матери, Сауле Жумагалиевой, достойный пример несгибаемой силы воли и мужественности. В 30 лет она, мать двоих детей, вследствие тяжелой болезни оказалась в инвалидном кресле. Но опускать руки не в ее правилах, тем более, что на ее попечении оказались и две осиротевшие племянницы. У меня была старшая сестра и очень рано умерла, 35 лет. У нее осталось двое дочерей, Гульвира и Айман. Вот. И знаете, и этим отвлеклась, то, что начала помогать им воспитывать. Они были подростками. Дети мне дали стимул дальше жить. Очень приятно, даже я никогда в жизни не знала, что есть такой праздник матери. Сейчас Сауле 62 года. У нее собственный магазин, который для нее построил сын и назвал в честь матери. И хотя Сауле инвалид первой группы, она каждый день приезжает на работу. «Я счастлива от того, что могу поддержать своих детей, помочь им», — говорит женщина. Материнское сердце, уверена в Сауле, — это поле любви и постоянной заботы. Евгения Присяжная, Мадиба Ибасынов, телеканал ЖТСУ.